День Победы – самый главный праздник. Практически каждый год 9 мая идет дождь. Небо проливает слезы радости и скорби одновременно. В этот великий день лабинцы собрались на площади Победы, чтобы почтить память победителей. Глава района Александр Семеряков возложил венок вместе с участником Великой Отечественной войны Павлом Аксеновичем Шариным. В церемонии возложения венков и цветов приняли участие сотрудники районной и городской администрации, руководители силовых структур, общественники, казаки, духовенство, молодежь. Из Лабинского района на фронт ушло более 15 тысяч человек. Из них 11 тысяч не вернулись домой. У Поклонного креста благочинный Лабинского церковного округа протоиерей Александр Мудрик отслужил панихиду по погибшим героям. Возле Поклонного креста высадили краснолистный тополь в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Присутствующие направились и на братские захоронения, чтобы почтить память земляков, детей, женщин, стариков, зверски убитых во время оккупации. Лабинцы свято хранят память об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, всех тех, кто на своих плечах вынес страшное испытание, выпавшее нашему народу. В каждой лабинской семье есть свой герой. В течение всего дня к мемориалам и обелискам Лабинского района наши жители всех возрастов несли венки и цветы. Здесь хранят память и чтут героев, подвиг которых вечен. Лилия Саакян, Георгий Сопов, Лабмедиа.